Главный арбитр матча Павел Тальявент выводит игроков на футбольный газон. Воротах номер первый Самир Ханданович. Далее линия обороны. Здесь четыре защитника. Седьмой Жао Канцело играет он на правом фланге своего клуба. Ну а что касается остальных футболистов, здесь Фарко Джампола умение настраиваться на больших соперников, особенно в домашних матчах. Канцело на правом фланге. Подача в штрафную площадь. Удар поворота Муйка. Перешич. Удар поворота. Снова мяч у хорвата. Доброзио. Можно играть. Нет офсайда. На правом фланге. Прострел. Икарди. Удар поворота. Мы... Икарди. Очень часто подобные ситуации превращает забитые мячи. Пас на Канцело. Неплохо. Действует Канцело и... И пас вперед. Неудачный Сапата. Барретто. Удар поворотом. Рафиньо просто не попал по мячу. Атака продолжается у Интера. Удар вот сейчас Перешича. И замечательная игра Вивиано. Ну вот самый опасный момент в матче на 22-й минуте. Подача Домброзио. Удар. И мяч не залетает в ворота. Еще один шанс для Интернационале. Канцело подавал, да, мяч попал в перекладину. Даже в крестовину. Канцело. Удар поворотом и гол! Мяч залетает в ворота. Нет положения вне игры. Браво, Интер! Браво, Перешич! Браво, Канцело! Собственно, в своем традиционном стиле забивает Интер после падки и пенальти. Рафинья зарабатывает один. Икарди в этом конкретном матче. Итак, удар поворотом. Икарди. Гол! 2-0. Мауро Икарди увеличивает преимущество Нерадзурри в Генуе. И Интер на всех парах мчится. Пас вперед. Перешич. Прострел. Икарди. Пяткой. Какой гол! Ух ты! Что сделал только что Мауро Икарди? Что только что совершил Мауро Икарди? 3-0. Дубль аргентинца. Там на газоне лежит Торейро. На него внимание не обращал. Но мы обратим внимание на Икарди. На его гол пяткой. Рамирес. Подача. Момент. Удар. И Самир Ханданович выручает. Канцело подает. И снова довольно тревожно. Делает пас, правда, на правый фланг, на Кондреву. Кондрева уже во вратарской практически. Момент, Рафинья. Еще один гол, нет. Да, 3-0. Точнее, хет-трик Икарди, 4-0. Счет в матче, а еще один мяч мог лететь после удара пяткой. На этот раз от Рафиньи, но Вивиано на удар отреагировал. Ну и, конечно, Интер во вратарской мяч разыгрывает у Сампдории. Что творится с Генуей? Еще один пас в направлении Кондревы. И 5-0. Невероятный гол Икарди. Он буквально из ниоткуда пришел, Мауро Икарди. Точнее, пришел Икарди, понятно откуда. Гол. Неожиданный отскок, удар Икарди не самый. Получился, мне кажется, удачный, но при этом такой отскок от газона, такая траектория у мяча, что счет стал 5-0. И покер, 4 мяча. Доброзио, Рафинья, Перешич. Простреливает, набирает скорость Эдер. И передача на Перешича. Момент. Кондрева не забивает. Их вопрос по закономерности результата. Интер сегодня был хорош. В Сампдоре ужасно. В данный момент мяч даже после свистка не влетел в ворота от Эдера. Вот так вот после прошлогодних решений.